Привет всем зрителям моего канала, спасибо, что смотрите. Я продолжаю серию видео про наборы Украины, и в этом видео мы посмотрим вот такой вот замечательный набор, посвященный 15-летию Монетного двора Украины. Узнать актуальную цену, купить такой набор или выгодно продать можно на аукционе Виолити. Я регулярно покупаю там монеты и антикварные вещи. Ссылки на аукцион и на YouTube канал вы найдете в описании к видео. Начиная с 2001 года у нас регулярно выпускались наборы. Они отличаются, кстати, по дизайну. Это очень здорово, да? Каждый набор, у каждого набора есть определенная своя цветовая гамма, и они очень красивые. До этого, конечно, тоже выпускались у нас наборы, но они отличались тем, что они не каждый год выпускались, и были определенные особенности. Но уже с 2011 года такие наборы выпускаются каждый год. Я думаю, эта традиция будет продолжаться, даже несмотря на то, что сейчас у нас прекращается чеканка определенных номиналов, таких как 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек, 25 копеек, 10 и 50 еще у нас продолжают чеканку, но вот этих мелких номиналов уже не будет. И поэтому сейчас, кстати, довольно интерес вырос к наборам, да? Мы можем посмотреть, значит, это набор 2013 года. Вот такая вот у него интересная упаковка идет с полным описанием тех монет, которые находятся. Тираж данного набора составляет 10 тысяч штук. Вот, и мы видим, из чего, собственно, сделаны монеты. Да, нержавеющая сталь, алюминиевая бронза, нильдибер. Качество повышенной чеканки у данных обиходных монет. У нас дублируется здесь, видите, на английском языке. Идет сопроводительный текст конкретно, да, чему посвящено данный набор. На обратной стороне мы видим изображение банкнотно-монетного двора Украины. И вот, вот так вот оно и подпись. В торце монета Украины, 2013 год, монеты Украины, Coins of Ukraine. Смотрите, значит, мы видим пластиковый футляр, который, кстати, можно дополнительно открыть и посмотреть, возможно, достать монеты для ваших альбомов. Я знаю, что некоторые собирают обиходные монеты и кладут их отдельно в альбом. Ну, я этого не делаю, не достаю, так как у меня такого альбома нет, и пока такой для себя задачи я не ставил. Здесь мы видим картонную упаковочку, в которую вставлены вот эти монеты. Кстати, видите, иногда они бывают вставлены с небольшим браком, под наклоном или с углом. Ну, вот такая специфика размещения. Кстати, иногда бывает бумага взаимодействуют с монетами, и они бывают начинают темнеть, приобретать определенную патину. Ничего страшного, такое бывает, это химические реакции происходят. Значит, в наборе мы видим такие номиналы, как 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек, 1 гривна и жетон. Жетон, посвященный как раз 15-летию Монетного двора. Вот он такой красивый. Размер данного футляра у нас, как указано, кстати, и в книге, составляет 145 миллиметров на 105 миллиметров. Вот такой. Давайте мы попробуем открыть, посмотреть, как же выглядит она без футляра. Попробуем, чтобы не оставлять никаких отпечатков пальцев, да, на данных монетах. Довольно красиво. Видите, повышенное качество чеканки у нас есть. Отличается от обычных обиходных монет, которые есть у нас, можно получить на сдачу. Видите, обычный прессованная такая вот бумага, да, если посмотреть более внимательно. И обратная сторона, уже мы видим, на одной гривне у нас патина появилась. Ну, в принципе, не только на одной, на других монетах. Это у нас логотип банкнотно-монетного двора. Он также дублируется на всех обиходных монетах, видите, да? Есть. И сейчас, в принципе, интерес вызван к таким наборам тем, что закрывается ряд определенных монет, да, то есть не будет чеканиться у нас 1-2 копейки, как я уже говорил, 1-2, 5-25. Также хочется иметь у себя в коллекции тираж не очень большой, всего 10 тысяч. Ну, конечно, есть еще и меньше тираж, по 5 тысяч некоторых наборов. Вот такой вот у нас набор, друзья, мы посмотрели, очень красивый. Я желаю, собирайте наборы, собирайте то, что вас вдохновляет, то, что вас интересует.
Вот такой вот набор. Сейчас проходы покажу, какие стоимости на аукционах. Ну, конечно, за 2018 год немножко цена на них подросла. И, в принципе, я думаю, она будет держаться стабильно за счет тиража данных наборов. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если оно вам понравилось. Делитесь им в социальных сетях. Я буду снимать для вас дальше. Всем пока!